Как выбрать принтер для маркировки товара? И на что обращать внимание? Об этом поговорим в ролике. На связи дистрибьютор оборудования Compass S. Поехали! Первое, что важно понимать, это какие этикетки вам требуется печатать. Чтобы сохранить маркировку товара на длительное время, защитить от влаги и механических повреждений, то рассматривайте термотрансферные принтеры, которые печатают на полипропиленовых и полуглянцевых этикетках. Если этикетка не будет подвержена неблагоприятному воздействию, например, попадание прямых солнечных лучей или нахождение возле радиатора, то смело рассматривайте термопринтеры, которые печатают на термоэтикетках. Давайте рассмотрим примеры. Предположим, ваша продукция будет храниться на открытом складе. Тогда этикетки должны быть устойчивы к перепадам температуры, воздействию влаги, жира или масла, а также к механическим повреждениям. Оптимальным выбором станет термотрансферный принтер. А если вы маркируете заморозку, то этикетки должны быть устойчивы к низким температурам, загрязнению и несильному механическому воздействию. Или ваша продукция будет храниться в теплом сухом складе и на этикетке будет оказываться минимальное воздействие в виде трения друг от друга, то для этих случаев можно рассмотреть термопринтеры. Едем дальше. Также понадобится выбрать еще несколько важных характеристик – размер этикетки, производительность и качество печати. Давайте по порядку. Какого размера этикетки должен печатать ваш принтер? Стандартные размеры материала 50-60 мм или крупные 100-110 мм. Дальше. Производительность принтера. Или сколько этикеток в рабочую смену вам необходимо печатать. Производительность мобильных принтеров – до 1000 этикеток в сутки. Офисный класс способен печатать до 8000 этикеток в смену. Если нужны большие партии – 10, 15 или 20 тысяч этикеток в смену, рассматривайте принтеры промышленного класса. Обратите внимание, что есть модели, которые способны печатать беспрерывно 24/7, например, Godex, GX4000i или TSC серии MX. Качество печати. Существует три значения разрешения – 203, 300 и 600 точек на дюйм. Принтеры с разрешением 203 dpi выбирают для печати крупных этикеток, штрих-кодов и текста. 300 dpi подойдет для печати мелкого шрифта и штрих-кодов. А принтеры с разрешением 600 dpi берут для печати миниатюрных этикеток, например, для ювелирки. И последнее. Не забывайте про интерфейсы. Какие порты необходимы вам в работе и как принтер будет соединяться с другими устройствами. Конечно, проще всего прийти к продавцу, получить ответы на все вопросы, рассказать задачи, и специалист подберет оптимальное оборудование для вашей компании. Это, безусловно, сэкономит ваше время и деньги. Если нужна помощь в подборе оборудования для маркировки товаров, welcome! Специалисты Compass S подберут модель под ваши задачи. Контакты в описании. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики.